Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Я приветствую вас на канале «Канадская деревня». Сегодня 24 февраля. Это уже второй день выздоровления Зои Зайки. Вот, хочу ее показать. Все у нас хорошо. Она вон кушает. Комбикорм я еще раз повторяю, не даю. Еще сегодня и завтра не буду давать. А уже послезавтра начну по чуть-чуть ей давать ее любимый комбикорм. А то она, когда я даю Люси и мистеру Брауну комбикорм, она так жалобно мычит. Ну дай. Мне ее так жалко, но я все равно ей не даю. Вот. У нас кушает она, стала кушать активно. Сейчас я налью воды. У нас опять вчера вечером отключили свет. И папа пришел с работы вечером. Он ушел в 4 часа утра и пришел в 6 часов вечера. И покушал, и свет отключили. Я хотела идти доить Люсеньку. Вот. А свет отключили. Но пришлось... У нас один генератор, который обслуживает наш... Ну, вернее, не обслуживает он. Мы его еще как бы в центральную систему не подключили. Но сарай. Он в сарае стоит. И он почему-то не производил достаточно электричества, чтобы наш дойный аппарат мог работать. Вот. Так что папе пришлось отсоединить наш дом. Генератор тащить это все в сарай. По этому льду. У нас такой лед везде вообще. Я не знаю. Вчера такие были мучения. Но он подключил. Я выдаила Люсю. Все было хорошо. Мы занесли этот генератор опять домой. Ну, не домой, а возле дома поставили. Подключили. Зашли. Я говорю, надо воды набрать. Коровам отнести. Папа сказал, а муж мой сказал, иди набирай. И вот как только он сказал, иди набирай, и включили свет. Вы представляете? Все эти мучения. И свет включили. А написали, что свет дадут в 11 часов следующего дня. Это вообще, ну, значит, сегодня. А дали свет буквально через, когда мы закончили, это мы уже закончили в 15 минут 10-го. Вот, конечно, слава богу, что они дали, но представьте, через что мы прошли. Такова жизнь, я считаю. Наверное, эти испытания должны были состояться, но... Как там говорят в американской пословице, что нас не убивает, то нас делает сильнее. Вот так вот. Спасибо за внимание. На этой ноте закончу. Я думаю, выйду в эфир, покажу Зою Заю. Вот. Люсю, слава богу, я в этот раз сегодня уже имею возможность все помыть. И вот помыла опять и Люсю, и пол, и все остальное. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго. Пока-пока.